Приветствую дорогих подписчиков и гостей моего канала. Сегодня я решил провести такой опыт, провести, так сказать, запись игры на природе. Вот тут вышел, значит, я в парк. Попробую здесь записать. Также это будет небольшой подарок тем подписчикам и зрителям, которым нравится видео с комментариями, потому что здесь будут комментарии, ну, по крайней мере, в начале. Вот я тут рассказал, что собираюсь делать, постараюсь пройти вот эту игру. Называется она Chip and Dale, это как спасатели, в общем, по сериалу когда-то он шел, был весьма популярен. Я ее в детстве уже проходил, ну вот, попробую пройти снова. Такие дела. Вперед. Я на планшете, что интересно, попробую с помощью джойстика. Скачал русскую версию. Окей, ребята, у нас новое задание. Наша соседка потеряла своего котенка. Похоже на работу для спасателей. Я разбросаю кое-какие предметики по уровню. Они помогут нам в обследовании города. Хорошая идея, Гайка. Дейл, не подведи. Ты, я и Дейл пойдем по следам Рокки. Почему бы вам с Бжиком не пройти за одной из механических собак, что мы видели в парке? Механических собак будет сделано, Чип. Вот такие дела. Запись-то идет? Да, идет. Хорошо. Я обнаружил, что к этой игре отлично... Ну, не к этой игре, вообще к эмулятору, который даже в Play Market бесплатно доступен, отлично подходит джойстик. Надо небольшой только переходничок, и даже никаких настроек не надо. Здорово. Нет. Я, честно говоря, не знаю, насколько меня слышно или нет, ну и ладно. Ах ты ж гаденыш. Не обещаю, что тут будет много моих комментариев. Ну, может, что-нибудь скажу. Так. Под настроение. Отлично, полной жизни. А то, знаете, бывает, хожу в парк и не знаю, чем там заняться. Просто так сидеть, ну или даже есть, как-то скучно. Охота чем-то заняться. Я вот подумал, что я мог бы сыграть в игру и записать ее. Ах ты ж гаденыш. И двойная польза будет, на, как бы на природу сходил и поиграл. По-моему, здорово. Ну, поиграл, в смысле, под запись. Новое видео на мой канал записал. По-моему, здорово. Первый уровень готов. Ах ты ж, тварина.
Так, вот и первый босс. Вообще игра легкая. Интересно, сколько у меня на нее уйдет? Ха-ха-ха, котенок был приманкой. Я уже поймал вашу гайку, которая для меня кое-что изобретает в моем казино. Приходите и берите, если она вам дорога. Как видите, игра полностью русифицирована. Переведена на наш великий и могучий, и это хорошо. Я, между прочим, еще русскую версию не проходил. Что эти звездочки означают, я не знаю. Ах ты ж. Я понял, лучше путешествовать с ящиком, а то вот так вот огреет. Вот и первый босс. То есть второй, я хотел сказать. Первого-то мы уже прошли. Ой. Один мой знакомый думал, что это сова из Винни-Пуха. Почему-то. Привет, ребятам! За меня не переживайте. Я в порядке. Пока толстого не было, я послала вам лист с картой, которая покажет вам, как меня найти. Кстати, прыгайте на кранах, чтобы пройти через зону Б. Вжик поможет. Ой, мне пора. Так, давайте сначала вы. Первый в библиотеке какой-то. Ай. Ладно. Хорошо, что тут есть возможность сохраняться. Ну, в смысле, в эмуляторе. В самой этой игре не было. Тем более так быстро. Ты ж гаденыш. Ой. Да блин. Нелегко это. Да что ты будешь делать? Что-то он вверх. Ту кнопку нажал. Опа, прошел.
Ой, не там сохранился. Да блин. Что-то он прошел по ним и не берет, странно. Он ходит по этой, по этому цветочку и что-то не хочет брать. Да что ты? Я в детстве, когда играл, не знал, что эту игру, оказывается, сделала компания Konami. Вот. Довольно известная. Да что ты будешь делать? Да. Один раз ударил. Получилось. Что это за буква П, я не знаю. Ребята, осторожнее. Толстый послал какого-то громилу в зону Г. Также осторожнее с шарами. Так, обязательно Б проходить? Не знаю, попробуем ее миновать. Фальшивые. Фальшивые эти самые ящики. Но если присмотреться, они немножко отличаются. Вот тот, что справа, сверху, он немножко другого цвета, чем остальные. Ах ты ж.
Что ж, это было несложно. Надо признать, с выдумкой ребята подошли. Какие-то кролики гоняют волну. Это довольно-таки необычно. Ах ты ж. Блин, как бы вот пройти-то? О! Когда я играл в детстве, я в основном играл на черно-белом, на черно-белых телевизорах. Даже если он был цветной, он все равно выглядел, ну, все игры на нем дэндиские выглядели черно-белыми. Но все равно было интересно. Да, блин. Мимо. Да что такое? Готово. Я оставила вам лодку в зоне Д. В ней вы сможете пройти по воде. Да, кстати, смотрите под ноги в зоне Е. Спасибо. Да что такое? Ах ты ж.
интересным. Как же мне забираться? Эти звездочки всегда в одних местах лежат. Хорошо сработана команда. Вы уже в казино. А вот и казино. Опять эта бутылка. Не ясно зачем. Фух. Палки. Видите, внизу написано олень. Перевели даже такие вещи, молодцы. Переводчики молодцы. А что ты будешь делать? Ну да хрен. Я говорил, легкая игра. Ну вообще-то да. Может быть, просто отвык. Попробую, что ли, добраться до этого ящика, а там жизнь. Хорошо. Ух ты.
Музыка тут, конечно, шикарная. Опа, букет подари. Спасибо, ребята. Я знала, что вы сможете. Толстый удрал, но мы поймаем его на ракете. Видите, оказывается, уровни D и B было не обязательно проходить. Непривычно русские буквы видеть, но мне это нравится. Русский язык самый лучший на свете. По крайней мере, я так думаю. Да, что ты будешь делать? Сложный момент. Повсюду враги. Видите, какое существо может стать мной же, принять мой облик. Ну что, босса не будет? Я еду домой. Не переживайте за меня и обратите внимание на вентиляторы в зоне И. Никак его. Пока себя не раскроет, его никак, видимо.
коробкой не забить. А, вентилятор. Как же на них обратить внимание-то? А, все получилось. Видимо, его все-таки надо забить. Да что ты? Как же тут пройти? О, получилось. Ух ты. А этот ничего делает, ничего не делает, просто ходит сверху. Ай. По привычке. Готово. Было опасно, но мы нашли его. Будет битва. Походу, это последний уровень. Ах ты ж.
благо тут же желчь выдали мне. Никак не пройти. Ладно, посрать. Извините за не очень приличное выражение. Есть. Не специально по двое ходят. Еще и стреляются. Одного раза ему мало, да? Никак его не пройти, не потеряв хотя бы одну жизнь. Или, по крайней мере, охренеть, как сложно. Фух, сейчас будет сложным. Дайте желудь. Зачем мне ваши звезды? О! А вот, возможно, и последний босс. Начнем с него же? Да. Вот вам еще одно доказательство, что курение вредно. Кажется, я уловил, что надо делать. Не совсем.
Думаю, толстый усвоил, что не на тех напал. О, что-то мне подсказывает, что он вернется. Но мы уже будем готовы, правда, ребята? Правда. Нас ничто не остановит. Спасатели, вперед! Все. Ну вот. Интересно, сколько она заняла прохождение этой игры? 43 минуты. При этом я еще болтал в начале. Пишите в комментариях, как вам такой формат. Нравится или нет. Думаю, это не последняя игра, которую я пройду на природе. Вообще, думаю, хорошая идея. Но вы тоже можете поделиться своими соображениями по этому поводу. Чё-то титров нет, мне кажется. Ай-яй. Опять титров нет, хотел сказать. Где же... Ай, я случайно загрузил. В конце игры должны быть титры, да? Неужели переводчики их вырезали? Не знаю почему. Обычно в конце игры еще, ну там, рассказывают, кто ее сделал. А сейчас что-то вот решили не рассказывать. Странно. У меня серьезное подозрение, что это сделали переводчики. Ну да ладно. Всем спасибо. Всем пока. Предлагайте в комментариях, какие, думаете, еще можно было бы игры пройти. Для 8-битных приставок, по-моему. Ну, в общем, или 8, или 16-битных. Думаю, 16-битные тоже подтянет мой планшетик. Пока-пока. Еще раз покажу природу.